होम ज्ञान मेरा धर्स्या ज्ञाजन शलाकया चक्षु मिलिताम न तस्म श्रीगुरवे नमः श्री चैतान्य मनोभीष्ट स्थितताम ये भूतले ददाति दधा स्वापदी वंशकभ्य कृप सिंधु पति वैष्णवभ्यो नमो नमः

Ари Кришна. Продолжаем обсуждение третьей главы Бхагавадгиты. Последний раздел о вожделении, о том, как его победить. Мы закончили на 39-м, а, на 40 стихе. Здесь Кришна сообщает нам место дислокации этого заклятого врага духовного самосознания, как его здесь называют он. И для победы над врагом очень важно знать. Место его дислокации Этим, этими местами являются опорными пунктами, так сказать, являются чувства, ум и разум. Именно с их помощью вожделение покрывает истинное знание живого существа и повергает его в иллюзию. Итак, чувства естественным образом привлекаются объектами чувств. Вот таким образом посредством чувств вожделения покрывает знание живого существа. То есть вот это влечение к наслаждению объектами чувств ничто иное, как действие вожделения против духовного знания. То есть вожделение действует против духовного знания именно вот таким образом: чувства привлекаются объектами чувств, ум, ум направляет деятельность чувств. И ум его функция размышления, также отвержение и принятие именно через эти функции ума, связанные с объектами чувств приятным и неприятным, рага и двешей, вожделение покрывается из истинное знание живого существа. То есть ум постоянно пребывает вот в этом беспокойстве, принимая, отвергая, принимая, отвергая. То есть он отвергает то, что при... неприятно чувством, и принимает то, что приятно чувством. То есть он стоит во главе чувств. Таким образом, вожделение покрывает знания живого существа через вот эти функции ума, размышления над, над чувственными наслаждениями об объектах чувств, размышления мечты о чувственном счастье, рага и двеша, вот эти все функции ума являются действиями камы, Вожделение, которое покрывает истинное знание живого существа. Истинное знание Гиана имеет в виду э, осознание духовной природы, атмы и высшей души Верховного Господа. Разум необходим для того, чтобы выяснять, какие объекты годятся для чувственных наслаждений, какие нет. То есть он является вот этой инстанцией одобряющей, подтверждающей, поэтому он выше, чем ум. Далее будет сказано, что чего выше, что чувство выше, чем мертвая материя. Тело состоит из пяти грубых элементов, и чувство, безусловно, выше, чем грубая материя, они продолжают существовать после разрушения тела. То есть есть органы чувств, глаза, уши, нос и так далее. Есть сами чувства. Органы чувств разрушаются, безусловно, вместе со, всем, со всей конструкцией материального тела, но чувства остаются. И живое существо переносится в другое тело с этими же чувствами. Чувство – это способность к восприятию окружающего мира, раз, в его различных аспектах, да, через зрение, слух, осязание, об, обоняние и э, вкус. Разум э, выполняет именно вот эту функцию. Он э, как бы разборчив. У, в, уме, в чувствах и уме нет такого. Нет такого качества, разум выполняет вот эту функцию, он разбирается, что пригодно для наслаждения чувств, что непригодно. И так с, с их помощью вожделение покрывает истинное, с помощью чувств, ума и разума, кама, вожделение покрывает истинное знание живого существа и повергает его в иллюзию. И зная это, мы можем принять соответствующие меры в борьбе с этим врагом, с вожделением. Первое, что рекомендуется, это регулировать деятельность чувств. Первое, самое очевидное, самое простое – регулирование деятельности чувств. В контексте этой темы Бхагавадгиты, третьей главы, регулирование деятельности чувств – это нишкама-карма, то есть нужно занять чувство выполнением предписанных обязанностей без ожидания э, наслаждений как результаты выполнения этих обязанностей то есть человек должен научиться нишкам и карме и занять себя выполнением различных предписанных обязанностей вот с этой целью таким образом деятельность чувств будет регулироваться но в конечном итоге это сравнивается э, с Дамбой или ну, с, с плотиной, с дамбой, с плотиной. Когда плотина построена, она сдерживает поток воды. Поток воды поднимается до этого же уровня, но это временная мера. Вода все равно потом перетечет через плотину, лишь меняется уровень. И если плотину опять открыть, то вода потечет заново. То есть это, очень, это временная мера, но необходимая абсолютно необходимое. То есть мы должны занять свои чувства деятельности в сознании Кришны. Это деятельность, деятельность в сознании Кришны, преданное служение, это деятельность более высокого порядка, чем карма-йога. Поэтому карма-йогу мы принимаем как нечто второстепенное, ассистирующее нашей деятельности в сознании Кришны. Но самое перво, первостепенное, самое важное, принципиально важное, это занять чувства именно сознанием Кришны. Шраванам, Киртанам, Вишнасмаранам и так далее, всеми процессами преданного служения. То есть все чувства должны быть заняты ангами бхакти. Нужно видеть Кришну, нужно вдыхать аромат благовония, вкушать просад, видеть преданных, слушать преданных, воспевать святые имена с преданными, использовать свое тело для того, чтобы совершать практическое служение. То есть это самое важное, непосредственный контакт с Кришной вот в вот форме его сварупа шакти, его духовной энергии. То есть преданное служение – это проявление духовной энергии, это функция сварупа шакти, личной духовной энергии Кришны. И вот это необходимо, вот это абсолютно необходимо. Шелопропада говорит здесь, что в победе над сильным врагом нужны превосходящие силы, то есть бывает так, что враг настолько силен, что мы своими силами не справимся или какое-то государство оно не может справиться, не может справиться своими силами, ему нужна помощь союзников. Таким же образом, мы не можем подчинить себе чувства, остановить их деятельность полностью. Мы должны занять их деятельностью высшего порядка. Вот это означает получить поддержку с превосходящих сил. Вместе с Кришной вожделение не может нас одолеть, не может занять вот эти позиции, как вот здесь перечисляется чувство, ум и разум. Если чувство занято служением Кришне, то для вожделения не остается пространства. Также и ум, когда он занят в сознании Кришны, для вожделения не остается пространство. Вот это основной принцип борьбы с вожделением. То есть это скорее процесс, тактические действия, то есть как, как нужно действовать. Окончательная победа ожидает нас впереди. Это еще не победа. То есть если мы полностью заняты в сознании Кришны, мы ведем бой, так сказать, с материальной энергией, с камой, с вожделением против вожделения. Мы ведем боевые действия против вожделения и перевес на нашей стороне. Но это еще не победа. То есть если мы расслабимся, то вожделение займет свои позиции вновь. То есть оно владеет нашими чувствами, нашим умом и нашим разумом. Да. И они, что это баджина крия, неустойчивое преданное служение, это именно, именно вот это и происходит, что Иногда перевес на стороне садаки, иногда перевес на стороне вожделения. То есть Аништита Баджана Кри, неустойчивую практику сознания Кришны, можно сравнить вот с этим боем, с, вот с этой войной с вожделением, когда вожделение иногда побеждает, иногда побеждает садака, потом опять вожделение, потом опять садака. И в, в одно из этих поражений, когда вожделение опять берет верх. Садана может прекратиться, то есть человек может выпасть окончательно, по крайней мере, надолго, на, может быть, на всю жизнь или на часть жизни, выпасть вообще из сознания Кришны, или может, может вообще забыть о цели жизни, может забыть о, о том, что он хотел осознать себя, осознать Кришну, контролировать чувства. Он, он может потерять полностью это, вот это знание, это потеря памяти называется. Он может забыть о том, какие цели он имел раньше. Да, поэтому очень важно вести эти военные действия с вожделением а, с перевесом, постоянно с перевесом. Вот это означает ништита баджана кри, устойчивая садана. Когда чувство, ум и разум заняты деятельностью в сознании Кришны, плюс занято выполнением предписанных обязанностей в духе э, нишкама кармы, карма-йоги. То есть э, эти все предписанные обязанности подчинены преданному служению. И в них вклад, не вкладывается э, больше энергии, чем необходимо, и в особенности эмоциональной энергии. То есть когда человек занимается деятельностью ради плодов, вернее, деятельностью, может быть, он занимается не ради плодов, но у деятельности есть плоды. То есть мы занимаемся, мы ходим на работу, занимаемся бизнесом или чем работаем на себя, кто как. Да, мы это делаем. У этой деятельности есть плоды. Нам, чтобы духовно развиваться, нельзя быть привязанными к этим плодам, нам вообще не надо считать их своими. То есть таков эталон, стандарт сознания Кришны. Если мы что-то считаем своим, это майя. Если мы считаем, что все принадлежит Кришне, это сознание Кришны. Да. Таким образом, это идеал, но у деятельности есть плоды, а у нас есть склонность привязанности к наслаждениям плодами. Поэтому, когда у нас есть склонность приходить в восторг, так сказать, когда получается, когда приходят плоды, и для нас это большой соблазн использовать их для чувственных наслаждений религиозных, да, будем оптимистами, скажем так, для наслаждений, не выходящих за рамки религиозных принципов, но религиозные принципы в определенном месте, так сказать, противоречат принципам сознания Кришны, а в том месте, что религия позволяет наслаждение чувств и вдохновляет на наслаждение чувств, там лишь одно условие, нужно следовать принципам религии и не совершать грехов. Чувственные наслаждения, пожалуйста, раз, разгоняйте их как можно больше, только не совершая грехи. Да? И разогнать их можно вплоть до достижения райских планет. То есть там разгоняется соперничество больше, больше, больше. Больше чувственных наслаждений. Религии, Больше религии и больше чувственных наслаждений. Это, это кармаканда или, мир, или мирская религия или религия ради чувственных наслаждений. И это противоречит, очень-очень-очень сильно противоречит принципам сознания Кришны, где а, вектор должен быть направлен на понижение температуры тела, да, а не на повышение. То есть мы должны развивать отречение. От нас ожидается, что мы, по мере прогресса в сознании Кришны мы будем терять интерес к наслаждению чувств. Виракти – вот это признак духовного прогресса. Бхактир парешанабхаво виракти – один из симптомов духовного прогресса. И у нас поощряется сдерживание чувств, контроль чувств, регулирование, да, наше регулирование наслаждений, удовлетворение чувств. У нас имеет цель развития непривязанности к удовлетворению чувств, а не а, поощр... поддержание, так сказать, поддержание, этим, даже не поддержание этой привязанности, что говорить о э, повышении температуры тела усилений духа чувственных наслаждений, увеличение возможностей для чувственных наслаждений. Итак, мы склонны, у нас есть склонность к наслаждениям, плодами своей деятельности, поэтому, когда мы связаны с какой-то деятельностью, с кармой, у нас постоянно присутствует вот эта опасность, что это перестанет быть карма-йогой. Как, как только мы вовлекаемся, да, вот возникает вот эта эмоция, это эмоция, восторг определенный или ожидания. Мы потираем руки, мы можем наслаждать свои чувства, мы можем использовать греховские, зарабатывающие деньги, могут использовать деньги для удовлетворения чувств. Будем оптимистами, религиозных удовлетворений чувств. Это противоречит принципам преданного служения. Да, при, при этом грехаски должны и могут удовлетворять чувства. Но это очень противоречивая тема, очень противоречивая тема. Мы не можем отказаться от удовлетворения чувств, да, но мы должны найти вот этот режим, в котором мы не питаем наше вожделение, да, а боремся с ним. Да. То есть должны найти вот эту середину, золотую середину, если можно так сказать. Когда основные потребности чувств удовлетворены, но жажда чувственных наслаждений уменьшается, да? то есть это не питает вожделение. И, в общем-то, если мы будем копировать, в правильном смысле копировать, следовать по стопам, точнее, следовать по стопам великих вайшнавов, ачарьев и перенимать культуры и образ их действий, то мы займем естественным образом вот это идеальное положение когда наши чувства удовлетворены хорошим общением, э, религиоз, как, духовной, да, духовной жизнью, семейной жизнью в сознании Кришны, просадом э, и общением с преданными, высшими вкусами преданного служения, киртаном служением и так далее. То есть все это в комбинации может сделать человека удовлетворенным, то есть его кама удовлетворяется, но она удовлетворяется не контактом с объектами чувств, да, а высшим вкусом. То есть это фактически не удовлетворение Кама, а все-таки победа над Камой, то есть высший вкус к сознанию Кришны. Высший вкус является вот этим предохранителем, который позволяет нам продолжать удовлетворение чувств, но на том уровне, на удовлетворение чувств на том уровне, на котором э, привязанность к наслаждению чувств не усиливается, а напротив развивается отречение от, от э, отречения к непривязанности к удовлетворению чувств. Э, все это может зв звучать как может восприниматься как нечто сложное, то есть какой-то баланс, который сложно даже объяснить. Да, но если мы будем следовать по стопам великих личностей, учиться у них сознанию Кришны и выполнению обязанностей, потому что реальность такова, что всегда из этих двух аспектов состоит жизнь. Она не состоит только лишь из сознания Кришны. Только на последних этапах жизни и сознания Кришны, когда человек принимает саньясу, либо напраску, то есть жизнь должна становиться все более насыщенной с духовной точки зрения. Но вот этот период греха с хашером он не бывает, как правило, целиком духовным. Это может быть только у исключительных личностей в некоторых исключениях, но это не норма. Норма мы живем в этом мире, мы выполняем обязанности и практикуем сознание Кришны. Вот этому мы должны учиться. То есть, если мы будем учиться у великих личностей принимать наставления, у великих личностей, у ачарьев парампоры, то наша жизнь естественным образом будет сконцентрирована таким, так, так, что мы будем развиваться в сознании Кришны. И наличие удовлетворения чувств в нашей жизни не будет нас пугать, не будет представлять никакой угрозы. Это все равно, что змея, у которой отвалились зубы, да, то есть змея, у которой нет яда, она ядовитая по природе, но в данный момент она не ядовитая. То же самое происходит с чувствами, когда они заняты деятельностью в сознании Кришны. Вот это то, с чего следует начать. Организовать свою жизнь таким образом, чтобы мы были заняты делом, да, либо непосредственно, в первую очередь, непосредственно преданным служением, качественным преданным служением, прямыми ангами бхакти. И ожидается, что мы разовьем вкус к этому, и именно этот вкус будет являться решающим фактором в победе над вожделением. Далее мы будем об этом говорить, Кришна будет об этом говорить, и мы будем обсуждать. Высший вкус является Последним ударом, который громит полностью уже этого врага, вожделения. И высший вкус зависит от непосредственной занятости в сознании Кришны. Тогда как карма-йога, принцип карма-йоги необходим для того, чтобы не разрушать плоды своей садханы. А в нашем случае, когда мы берем на весы, с одной стороны, бхакти-йога, непосредственное преданное служение, с другой стороны, карма-йога то есть деятельность, внешняя деятельность, которая подчиняется сознанию Кришны, ассистирует сознанию Кришны, да, то на весах очевидный, очевиден перевес. Бхакти-йога является очень могущественным инструментом очищения и очень непосредственным источником высшего вкуса, трансцендентного блаженства. Тогда как эта деятельность представляет из себя очень незначительный инструмент в прогрессе, но абсолютно необходимый. Потому что в его отсутствии, в отсутствии карма-йоги, мы будем заниматься кармой. То есть если не карма-йога, значит карма. То есть свято место пусто не бывает. Вот в этом смысле карма-йога имеет ценность. Мы идем в магазин, чтобы купить что-то для того, чтобы приготовить для Кришны правильным образом просад. Да? Мы идем на работу, чтобы заработать денег, которые используем в поклонении Кришне, в служении сознании Кришны. Да? И вот это сознание, вот эта мотивация в этой внешней деятельности, она из себя уже представляет определенный вариант сознания Кришны, проявление сознания Кришны но с другой стороны, это, это просто защита, наших, защита нашего высшего вкуса, который мы развиваем через прямые анги бхакти. Потому что если не будет вот этой мотивации, то есть это своего рода отражение нашего сознания Кришны на внешней деятельности. То есть мы развиваем сознание Кришны через слушание и воспевание, и это сознание Кришны, которое мы развили, проецируется в нашу внешнюю деятельность она естественным образом подчиняется нашей садане, нашим целям и целям этой саданы. И если этого не будет, то наша жизнь духовная будет представлять из себя попытки разжечь огонь, поливая его водой. То есть мы, с одной стороны, машем, раздуваем искры, чтобы огонь горел, с другой стороны, льем на него воду. То есть это очень противоречивые действия. Понимаете, да, о чем речь? Мы практикуем утром садану, а потом мы просто отпускаем вожжи своего ума и чувств и просто наслаждаем чувства, работаем ради того, чтобы наслаждать чувства. Вот это не жизнь сознания Кришны. Жизнь сознания Кришны, когда сознание Кришны, которое получено через Шраванам и Киртанам, проецируется на внешнюю деятельность. Но эта деятельность внешняя, на которую спроецировано сознание Кришны, сама по себе не развивает сознание Кришны. Все наоборот. Сознание Кришны, которое развито, развивается, получено из саду санги, из Шравана, да, из воспевания – оно проецируется на внешнюю деятельность и подчиняет ее высшим целям сознания Кришны. Поэтому, когда речь идет о занятости чувств, здесь в первую очередь чувств имеется в виду, в первую очередь, что для нас в первую очередь важно, это занятость чувств непосредственной деятельности в сознании Кришны. Второе, надо, чтобы сознание Кришны спроецировалось на, да, проецировалось на внешнюю деятельность, и мы могли оставаться преданными с точки зрения ценностей даже тогда, когда работаем, зарабатываем, получаем деньги, тратим деньги, заботимся о родственниках, встречаемся с родственниками, строим дом, покупаем квартиру, продаем дом, продаем квартиру и так далее. То есть все это нужно делать так, как должен делать преданный. То есть это нужно делать в сознании Кришны. И самый главный э, критерий в сознании Кришны или не в сознании Кришны, это когда целью являются чувственные наслаждения. И мы считаем это все своим, э, для своих чувств предназначенным, для наслаждения своих чувств. Это майя, это не сознание Кришны. Если мы все считаем принадлежащим Кришне, и наша цель использует все в служении Кришне, э, то это сознание Кришны. То есть все очень просто. Что-то методом а, отрицания понять, карма йога это сознание в сознании Кришны или это не сознание Кришны. А, стремление к чувственным наслаждениям – это проявление материального сознания, это не сознание Кришны. А... Есть сложности но, с этими определениями в том, что я часто к этому вопросу пытаюсь балансировать на этом вопросе в силу того что по причине того что в период фанатизма когда недостаток философского знания философского понимания человек проявляет признаки фанатизма то есть что такое фанатизм фанатизм образуется вот вот в этом вот в этом дефиците то есть причиной фанатизма является дефицит философского понимания. Когда человек не видит целую всю картину целиком через призму философии сознания Кришны, то он может, он может занять фанатичную позицию. Фанатичная позиция означает агрессивное отрицание любых чувственных наслаждений даже в том случае, когда на практике это в любом случае невозможно. Человек может отрицать на весасане, в микрофон, да, но э, по факту он живет как животное, да, может жить как животное, даже такое бывает. То есть человек фанатичен, но чувство контролировать он не может. Он ненавидит себя на, за это, он ненавидит весь мир, он ненавидит тех, кто спокойно наслаждает чувством, а он не может покоя себе найти, да. И как бы может занять вот эту крайнюю позицию полного отрицания удовлетворения чувств. Или, так сказать, это может вести к так называемому затягиванию гаек таким образом, что вообще жить невозможно будет. Да, потому что на, на этом уровне неофита, когда потребность удовлетворения чувств никуда, не, как говорится, из песни слов не выкинешь, никуда ее не деть. Она не уйдет ни сегодня, ни завтра, ни через неделю, ни через месяц, ни через год не через 10 и 20 даже, определенные потребности удовлетворения чувств. Вот такая объективная реальность. И как бы фанатично мы ни проповедовали, процесс удовлетворения чувств продолжается. То есть в перерывах между фанатичной проповедью мы наслаждаем свои чувства. Вот, это, вот в этом, вот этом реальность. Поэтому, когда нет целостного философского понимания происходит полное отрицание чувств и их наличия, так сказать, и полное отрицание права на удовлетворение чувств. И противоположное этому этой позиции фанатичные позиции, фана... противоположная фанатичной позиции, это чрезмерная чрезмерная любовь, так сказать, к чувствам. Пракрыта бакты, да, материалистичность, да, преданный матери... может быть фанатичным в начале или материалистичным. Вот. И, безусловно, все фанатизм иногда является естественной фазой в развитии. То есть это веха определенная фаза. Потом эта фаза будет пройдена, и все, как, как рукой снимет. Этого не будет. То есть Фанатизм есть разные аспекты, и некоторые, некоторые качества преданных энтузиазма и энергичность в начале, в сознании Кришны, называют фанатизмом, хотя в действительности это не фанатизм. То есть, ну, я сейчас говорю именно о фанатизме. Фанатизм в форме, как следствие недостатка философского понимания, может вести к полному отрицанию вообще права живого существа, так сказать, на удовлетворение чувств. И материалистичная преданность может вести к сохранению материальных привязанностей, к оправданиям своего права, так сказать, чрезмерного оправдания своего права на удовлетворение чувств. И зрелое сознание Кришны означает, что мы не заваливаемся ни в одну, ни в другую сторону – то есть не должно быть ни фанатизма, не должно быть раскачки, так сказать, чувственных наслаждений. Шелбрупада. Этот принцип объясняет в Шри да, На примере температуры, опять же, температуру не надо разгонять до 40, ну и не надо пытаться опустить ее до нуля. Она должна быть нормальной. 36,5 или 36,6. Да, и вот. Вот эта нормальная температура и есть, удовлетворение чувств на том уровне, на котором это помогает сохранять здоровую жизнь и здоровые функции в теле, и психические функции, ментальные функции также зависят от этого. При этом, при этом человек использует свою энергию для осознания абсолютной истины. То есть он поддерживает жизнь в теле и поддерживает свой, как и тело, так и ум и чувства, поддерживает в нормальном состоянии с целью быть занятым в деятельности, в сознании Кришны, которое ведет к высшему совершенству жизни. Материальный мир, материальное тело, глубокие склонности к чувственным наслаждениям не подразумевают полнейшего отказа от них. Вот и, и поскольку этого полнейшего отказа на практике в любом случае не происходит, это невозможно. Фанатик чувствует, не может чувствовать себя хорошо в ментальном отношении, психически. То есть человек фанатичный человек не может чувствовать гармонию, не может чувствовать, не, не может иметь здоровый ум, потому что он отрицает то, что не может на ну, на уровне разума, да. Он отрицает то, что от чего не может отказаться на практическом уровне. И вот эта вся весь этот анализ сейчас, я как бы озвучиваю весь этот анализ, к тому, чтобы подчеркнуть, что деятельность чувств в сознании Кришны, деятельность чувств очень важна, и удовлетворение чувств, которое мы получаем через деятельность в сознании Кришны, не является греховным является напротив исцеляющим. То есть невозможно не испытывать эстетического и в конечном итоге по мере духовного развития духовного наслаждения, видя трансцендентную красоту Господа в храме, божества Господа в храме. Невозможно не испытывать наслаждение. И это наслаждение, как минимум, сначала мы не понимаем, оно какое-то, да, может быть, эстетическое, может быть, духовное в плане гианы. Да, мы просто фокусируем, концентрируемся на Кришне, на форме Кришны, пока без особых чувств. Но постепенно по мере духовного прогресса, очищения чувств, мы начинаем воспринимать трансцендентную красоту Кришны вот в этой форме. И наш ум привлекается его качествами, его красотой. Это удовлетворение чувств. Про вкушение просада приносит удовлетворение. Шелбрупада поощрял вкушать просад до полного удовлетворения. Безусловно, есть различные аспекты этого вопроса, связанные с контролем чувств, с индивидуальностью, с конкретной, да, с разными темпераментами, с разными телами. То есть много для одного, это будет мало для другого. Да. Это все детали. Но принцип такой, что вкушение просада в нашей традиции поощряется, в нашей традиции осуждается вкушение бхоги. Даже если человек ест мало, как йог или гьяни, он, или он веган, он ест, да, или сараед, он ест чуть-чуть. Но если это не Кришна а просад, то это уничтожает духовную жизнь, это атьяхара, разрушающая бхакти. Да, но если человек ест много просада на каком-то уровне, то он просто быстрее так прогрессирует. Если он на каком-то уровне ест много просады, то он уже может тормозить свой духовный прогресс. Это мы должны научиться чувствовать сами лично. Таким образом, деятельность чувств в сознании Кришны очень важна. Мы даже удовлетворение чувств, да, когда, когда а, чувства соприкасаются с объектами чувств, целью является наслаждение обычно. В нашем случае, в случае сознания Кришны, чувства приходят в контакт с объектами чувств с целью служения Кришне. Но при этом в любом случае происходит и удовлетворение чувств. Да, то есть, есть деятельность сознания Кришны приносит наслаждение. Да. В сознании Кришны тоже есть некоторые результаты, результаты. В сознании Кришны тоже есть определенное развитие, адхикар, квалификация, умения могут развиваться. Мы как личности в сознании Кришны тоже можем развиваться и получать от этого удовлетворение. То есть принцип, главный принцип, чтобы чувства были заняты деятельностью в сознании Кришны. И в конечном итоге нужно научиться занимать ум в сознании Кришны. Это еще одно место, еще один оплот вожделения, место дислокации нашего врага. Через деятельность ума Кама покрывает наше истинное знание о нашей сварупе, о наших отношениях с Кришной. И вместо того, чтобы поощрять, идти на поводу у привычки своего ума думать о чувственных наслаждениях и гневаться проявлять вот эти импульсы агрессии, когда не складываются наслаждения чувств, это все и то и другое функция ума, мечты о чувственных наслаждениях и вот это принятие отвержения на на основе удовлетворения чувств, все это должно быть заменено замещено все эти привычки наши обусловленных душ замещены привычками в сознании Кришны. То есть нужно принимать все благоприятное для сознания Кришны и отвергать все неблагоприятное. Вместо того, чтобы принимать приятное для чувства и отвергать неприятное для чувств, мы должны использовать свой ум для того, чтобы решительно принимать все, что поможет нам в духовном развитии и решительно отказываться от того, что помешает ему. Об этом уже была речь да, ранее: не идти по на... поводу раги и двеши. Рага и двеши здесь ни при чем. То есть ум нужно воспитывать таким образом, принимать то, что поможет нам в духовном развитии, даже если это неприятно для чувств. Все равно да, это нужно принимать. Это аскеза. Аскеза слово тапа на санскрите. И также слово тапа имеет другое значение знание то есть аскеза и знание, одно и то же слово, тапа и, та, и тапа, и тапа. А, Синоним, один из синонимов в санскрите, тапа – это знание. А через аскезу обретается знание. Что это за знание? Знание о природе души, которая полна, вечно и полна блаженства. А, то есть через аскезу можно испытать трансцендентное блаженство, ощутить вечность поэтому нужно воспитывать свой ум таким образом, и у вожделения не останется шансов. И разум, разум, зависит, разум зависит от знания, которое мы постигаем, которое мы получаем. И для разума это самбанха Абхидея прайджина. философия сознания Кришны. Мы должны Прикладывать усилия к тому, чтобы понять философию сознания Кришны. И размышлять над утверждениями Священных Писаний с целью понять и применить их. Получить вдохновение, понять, применить, ощутить да, какую-то радость. А, то есть знание действует не только так, что мы получаем вдохновение к деятельности да, или понимаем просто что-то. И нам вдруг мы испытываем определенный восторг. Вау, я понял, да, я наконец-то понял. Да, это все очень замечательно, когда через чтение и слушание нам открывается что-то, мы понимаем, испытываем восторг, то, что о, мы поняли, схватили что-то очень интересное, мы увидели то, что не видели раньше. Это все приятно, это все восторг. Но чтение трансцендентной литературы и слушание о Кришне действует также на чисто духовном уровне выше, чем уровень разума в конечном итоге даже. И трансцендентное знание несет в себе уже духовный опыт, то есть шабда браман, духов, трансцендентный звук включает в себя уже духовный опыт. То есть мы можем, читая и слушая, прямо через этот процесс чтения и слушания можем осознать Кришну, можем пробуж... пробуждается сознание Кришны но именно разум должен быть вовлечен. Это как бы первые условия. Потом уже мы можем надеяться на вот этот духовный эффект. Но разум должен быть вовлечен. Мы должны стремиться понять духовную науку. То есть не просто читать, не просто слушать. Мы должны... Разум означает, что мы разбираемся, мы пытаемся стать экспертом на каком-то уровне. Не все должны быть суперучеными, но все должны разбираться настолько, насколько позволяют их возможности на данный момент. Эти возможности могут меняться. Как они могут меняться? Как можно изменить интеллектуальные возможности своего интеллекта в постижении трансцендентной науки? Постижение трансцендентной науки не зависит ни от каких материальных качеств, от материального разума в частности. Таким образом, как мы можем э, изменить свои способности в постижении духовной науки через служение, через служение, то есть служение делает нас квалифицированными для понимания. Настроение нужно культивировать, это настроение служения, отождествление себя как подчиненного а, духовному учителю, обществу Вайшнавов, а, Кришне в конечном итоге а, культивировать настроение служения и действительно служить тренировать себя таким образом, чтобы не мои интересы были, были в центре моей жизни, а интересы Кришны и духовного учителя. А служение может изменить наши интеллектуальные способности не, не какие-то упражнения интеллектуальные или курсы, да, только служение чем больше мы служим, чем смирение мы, чем больше мы предаемся, тем легче нам понять духовную науку, потому что даже слово «легче» здесь ни при чем, потому что Кришна, Вишуда Сатва самопроявлена, она как бы она не проявляется через усилия. То есть Кришна, Вишуда Сатва – чистая благость, нематериальная благость что это такое? Все плане – это трансцендентная форма Кришны, его окружение, его духовные планеты, вайкунхи, все разнообразие на них, спутники Господа преданные, населяющие планеты вайкунхи в своих различных сварупах. Все это вишуда сатва. Это не имеет отношения к гунам, тогда как умственные способности или интеллектуальные способности, полученные по карме, материальной, да, материальные – которые помогают видеть только материальные предметы и постигать материю. То есть это зависит от кармы, это, это исходит из пракрити, из материальной природы. Это не годится для постижения духовной науки, поэтому никто, кто считает себя не очень разумным, не очень способным к философии и знанию, дорогие преданные, никто не должен испытывать комплекса и в отношении постижения науки сознания Кришны. Никаких проблем нет здесь. Какие бы у нас не были способности материального, материального нашего разума. В любом случае, какой бы он ни был могущественный, да, чтобы оставлять след в истории, даже в этой вселенной, открытия какие-то делать, видеть то, что не видят другие. То есть сатва так действует материальная, Она помогает видеть то, что не видно без нее. И чем больше сатвы в сознании, да, в определенных аспектах у разных личностей проявляется эта сатва. И через эту материальную сатву созда... создавались самолеты, ракеты, ядерное оружие и так далее. То есть в конечном итоге все равно это тамас, когда это используется для наслаждения или для убийства людей, других живых существ. Ну, то есть сатва дает возможность видеть, она проявляет уже существующие материальные предметы. Позволяет видеть то, что не видят другие. А, таким образом, есть люди более разумные с материальной точки зрения. Но Вишуда Сатва проявляет трансцендентную форму Кришны, проявляет планеты Вайкунхи, как для Господа Брама, через тапу, через аскезу. Он достиг этого положения, когда Господь показал ему Вайкунху. Он привел, Он открыл ему мир Вайкунхи, Он увидел его. Затем, нужен здесь какой-то интеллект? Здесь не нужен никакой интеллект вообще. Здесь нужна милость Кришны, которая обретается через служение, через служение и через аскезы в преданном служении. Это что касается разума. Итак, чувство ум и разум нужно занять деятельностью в сознании Кришны, и все остальное, что у нас есть в жизни, должно быть только карма-йога. Это не должно быть кармой. Если это невозможно сейчас, все еще хочется иметь какие-то чувственные наслаждения религиозные, будем оптимистами, в рамках религии. Нужно что-то делать, чтобы развиваться. Вот в этом реальность, что мы находимся сейчас на этом уровне, но есть авторитетный способ, как подняться с этого уровня на более высокий уровень, не воображая, не выпендриваясь, так сказать, и не воображая, что мы уже там. Появились вопросы. Может ли учитель показать ученику, что есть более высший вкус? Интересный вопрос. Хороший вопрос. В действительности, да. Это важный, важный, важный аспект нашей жизни, видеть людей, которые счастливы в сознании Кришны. Сложно скрыть... Даже если человек пытается контролировать себя, то ему зачастую сложно скрыть, допустим, негативные эмоции. Также достаточно сложно скрыть счастье, когда человек счастлив. И да, смысл в том, что это является очень сильным укрепляющим веру фактором, когда мы еще сами пока не испытываем высшего вкуса или наш высший вкус не такой уж сильный, концентрированный. Да. Очень важным фактором, укрепляющим веру, будет общение с теми, кто нашел полное прибежище в сознании Кришны. Общение с теми, кто действительно счастлив в сознании Кришны. И, как, как я уже сказал, это счастье можно заметить. Да. Поэтому вот таким образом, да, да, это функция гуру. А чары про чар, он действует в сознании Кришны и он счастлив в сознании Кришны настолько, что он не хочет удовлетворять чувства, его не привлекает материальная деятельность, материальные идеи. Тем самым он показывает, что да, вот есть высший вкус есть. Может быть у тебя еще пока проблемы, ты то испытываешь, то не испытываешь, но ну вот. Я живу в сознании Кришны целиком и полностью, не выходя из этого. И я постоянно испытываю этот вкус, и этот вкус движет мною, он заставляет меня действовать. Вот таким образом, не выходя из этого состояния погружения в сознание Кришны. Безусловно, гуру, и здесь можно расширить множество гуру, то есть вайшнавы, более продвинутые, преданные могут убедить нас в том, что существует этот высший вкус, и что действовать в сознании Кришны, стараться работать в сознании Кришны имеет смысл, это вознаграждается. Это вознаграждается. А я помню, что я сам распространял книги, когда жил в Вашарме постоянно. И помню, что в те дни, когда было какое-то другое служение. И я видел, как преданные возвращаются с Анкеттны. Я видел, что они больше счастливы, чем я в этот, в этот день, но, потому что не то, что друг. Я не, приниж... не, не 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 хочу принизить любое другое служение. Мы все делаем разное служение, но распространение книг уникально. Здесь ничего не поделаешь с этим оно уникально, и если у нас какие-то проблемы в духовной жизни, и мы не распространитель книг, то, возможно, скорее всего, распространение книг поможет нас реанимировать. Это своего рода, если говорить о нас, о нашем личном благе, то это может сработать как реанимация в духовном отношении. Мы можем испытать трансцендентное счастье, которое много лет не испытывали. Если вдруг выйдем на Санкт-Петербург, постараемся что-то сделать на Санкиртане, на распространении книг. Безусловно, общение с преданными, которые, у которых твердая вера и развит вкус к сознанию Кришны, очень важно. Далее еще один вопрос. Говорится, что учитель источает экстатическую прему, когда мы видим это, когда чистый вопрос. Прямо Бхакти Дж... Джагагойте, а Видивинаша Джате. Фактически, прямо Бхакти Джагагойте, вот это ист источает экстатическую прему. Следует понимать, как он э, дает прему. То есть, он, по, он, по его милости можно обрести прему. Безусловно, если по чьей-то милости мы можем обрести прему, это означает, что сам этот человек обладает прямо бхакти, любовью к Богу. И если он обладает любовью к Богу, это любовь к Богу. Кришна прямо будет проявляться в Его словах и действиях. То есть в этом уникальность общения с чистыми преданными, если нами движет. Вот, что движет моим языком сейчас? Некоторое понимание учения Бхагавадгиты и э, о, стремление понять глубже это учение, скажем так. Вот. Вот будем оптимистами. Вот это движет сейчас моим органом речи. Желание помочь понять, поскольку видно, есть опыт, что это очень здорово понимать. Философию Гиты, То есть какие-то такие мотивы, тогда как чувствами чистого преданного движет чисто любовь к Богу. То есть это качественно, друг... качественно другая Кришна Кадха, качественно другое святое имя исходит из уст преданного на этом уровне. Поэтому здесь вопрос не видим или не видим, Вопрос в том, что мы следуем наставлениям и получаем общение с преданными с целью обрести Кришну Прему. Иногда мы получаем общение с преданными, которые сами пытаются обрести Кришну Прему, но пока не обрели. Иногда мы получаем общение с теми, кто точно обрел Кришну Прему. И э, видим мы это или не видим – Вначале не важно, но когда мы это видим, да, вопрос. Ох. Нужно задать другой вопрос: как можно это увидеть? Как можно распознать уровень сознания Кришны в преданном, на каком уровне он находится? Первое, что можно сказать здесь в ответе на, на вопрос, как, как можно увидеть уровень другого, других преданных. Как шастры, знание шастр проливает свет, дает нам, вооружает нас этим. Это не так, что вот мы должны находиться на каком-то очень высоком уровне, чтобы увидеть, что кто-то находится на таком же уровне, как мы высоком. Да? Нет, мы можем быть неофитами, но вооруженными достаточно знанием шастра, которое позволит нам определить, что кто-то находится на, на значительно более высоком духовном уровне, чем я, и может предоставить мне квалифицированное руководство. То есть неофит, нуждающийся в руководстве, должен э, вооружиться квалификацией для того, чтобы распознать это правильное руководство. «Тасмат гурум Прапади, Таджи шрею тамам шабде парэ чанишна там браманю паша машраям» Это шлока, известная шлока, в котором, которая отправляет к истинному духовному учителю. Тасмат. Поэтому, если человек хочет быть по-настоящему счастливым, в материальном мире нет счастья. Но если он хочет истинного счастья, Тасмат, он должен, поэтому он, он должен обратиться к истинному духовному учителю и дальше говорится о качествах истинного духовного учителя. Он эксперт в шастрах и он свободен от мирских страстей, от желаний материальных. И неофит может это увидеть. Если он искренний и вооружен знанием шастр. Чистота, да. Чистота подразумевает духовный опыт, когда обретается, проявляется вегьяна. Вегьяна – это, опять же, причиной вигиана является сад, шута, шуда, шуда сварупа шакти Кришны – это не вырабатывается как-то, да, то есть если с помощью благости и страсти мы можем поднапрячься и что-то понять, да, то есть как бы результат понимания. Вот мы не понимали что-то, потом через какое-то время поняли в результате усилий. Мы напрягаемся и вдруг понимаем что-то, с чего не поняли, не понимали до этого. Это зависит от гун материальной природы, от раджаса и та и благ сатвы. Но духовные реализации, они не так достигаются, их просто дают. Просто вдруг мы, образно говоря, просыпаемся и, и вдруг обнаруживаем, что мы, у нас есть какие-то реализации, которых не было. Но я ничего специально для этого не делал. Я просто, просто это открылось и все. Вишуда сатва, энергия Кришны, сварупа шакти, просто открывается это, да? Поэтому то, о чем вы говорите, это также относится вот к этой сфере вегианы, духовной реализованности, насколько человек духовно реализован. Реализованные личности имеют интуицию, которой нет у людей в гунах материальной природы, и у неофитов также. У них они могут видеть, они могут видеть, что человек из себя представляет. То есть мы, на материальном уровне это тоже бывает у людей у некоторых развитая интуиция и проницательность они вычисляют, кто есть кто, просто по, за несколько секунд по внешнему виду, как по каким-то малейшим действиям или словам, им становится понятно, что из себя человек представляет. А на материальном уровне есть такие люди, даже на материальном уровне здесь имеется в виду духовная проницательность. Основанная на духовных реализациях человек должен уметь видеть духовные предметы, духовные реализации других. Это все зависит от Кришны. Безусловно, ответ правильный. То есть мы это, когда чисты, что значит чистые? означает, что у нас есть духовный опыт, духовные реализации, не только теоретическое знание. Хорошо. Есть еще вопросы? Продолжаем. Давайте пару штрихов еще хочется сказать о предыдущем стихе, 39-м, где говорится, что чистое сознание живого существа, изначально обладающего совершенным знанием, оказывается во власти его вечного врага, вожделения ненасытного и пылающего подобно огню. Шалупрупада ссылается здесь на Ману Самхитову, Маману, смотрите, где говорится, что вожделение невозможно утолить никаким количеством чувственных удовольствий. Так же, как огонь нельзя погасить, подбрасывая в него дрова. То есть это здесь место, методом исключения исключается вот этот метод в борьбы с вожделением. То есть так мы делу не поможем удовлетворять чувства. То есть если даже необходим какой-то компромисс на удовлетворение чувств, то это не помогает в борьбе с вожделением. Удар по вожделению наносится именно тем способом, о котором мы с вами говорили, обсуждая следующий 40 стих, вовлечением в деятельность сознания Кришны. То есть нужно занять чувство, ум и разум деятельностью в сознании Кришны, удовлетворять его бесполезно. Поэтому здесь его называют, сравнивают с огнем, Кришна сравнивает с огнем вожделения. Как огонь невозможно потушить, бросая в него дрова, так и вожделение нельзя угомонить, давая ему удовлетворяя чувства. И есть еще шлока из десятой песни Шимадбагу, из девятой песни Шримад где говорится, что другое сравнение, похоже, там говорится о масле вместо дров. Если вливать масло в огонь, то он не потухнет, он наоборот будет гореть еще сильнее, 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 сильнее. Таким образом, если мы рассчитываем остановить свои похотливые желания, постоянно удовлетворяя их, то эта утопия этого никогда не произойдет. У человека ничего не получится. То есть нужно именно выйти из этого заколдованного круга, перестать удовлетворять. Чувство, перестать удовлетворять чувство, звучит так, что как будто совсем перестать. Но в отношении некоторых вещей, безусловно, нужно прекратить всякие попытки удовлетворять свои желания. И это те желания, которые связаны с нарушением четырех регулирующих принципов. Далее Шилопропада говорит в комментарии к 39 стиху, что вот это вожделение фактически это наказание, подобно тому, как преступников, нарушающих закон, заковывают в кандалы в тюрьме, да, также и преступников заковывают в кандалы секса. То есть сильное сексуальное желание, само по себе желание просто, да, сексуальное желание является наказанием. И как нужно стараться получить досрочное освобождение или смягчение наказания хорошим поведением, человек должен, естественно, развивать смирение и покорность наставлениям духовного учителя, смирение в отношении законов Господа и предписаний Шастра. То есть он должен подчиниться, предаться, тогда его могут... Наказания могут смягчить, вожделение перейдет в, мод... в контролируемую форму, и затем он будет освобожден. То есть кандалы, эти оковы будут сброшены? А, то есть это признак преступника. Преступник, нарушающий законы Бога, заковывается в кандалы секса. Очень сильное утверждение. Это тоже дает нам путь, нить, путеводную нить. Как мы можем. Освободиться от вожделения нужно. Перестать быть преступниками. Вкушая чувственное наслаждение, мы испытываем некое подобие счастья, но на самом деле это мнимое ощущение счастья является злейшим врагом живого существа. То есть это не способ удовлетворять вожделение. И шел пропаду» вот это вот это сильные слова, где говорится, что вот это счастье, которое человек испытывает при удовлетворении чувств, является в действительности злейшим врагом. Это основано на словах Баладавиди Бушина, который говорит, что невежественные люди считают вожделение своим другом. Именно вот по этой причине, потому что удовлетворение чувств приносит определенную радость, какое-то какое счастье. Но знающий человек понимает, что это ощущение счастья и есть его злейший враг, поэтому нужно контролировать это ощущение счастья, так называемого счастья. И от некоторых видов счастья нужно просто отказаться. Некоторые виды счастья, так называемого счастья. Почему это злейший враг? Потому что это ведет к страданиям в круговороте рождения и смерти. Это обрекает нас на принятие новых и новых рождений. И греховные способы удовлетворения чувств ведут к суровым страданиям в низших формах жизни или на адских планетах. И самое важное, даже не это, самое важное, самое важное это то, что это покрывает наше истинное знание, это то, что стоит между нами и Кришной. Это все, что есть между нами и Кришной. Вот этот враг вожделения, желание удовлетворять свои чувства, тогда как сознание Кришны — это стремление удовлетворять чувства Кришны. Это то, что мы куль должны культивировать посредством садана бхакти. Ну, вот это настроение анукулена, стремление удовлетворять чувства Кришны. Итак, влечение чувств к объектам чувств – это действие вожделения, это уже 40 текст опять. Решение, принятие решения – это функция ума, функция вожделения посредством ума. И разборчивость – это то, как вожделение действует через разум. Таким образом, нужно занять и чувства, и умы, и разум, деятельности в сознании Кришны, как мы, в общем-то, обсуждали выше. Итак, следующий текст, 41-й. Тасмат твам индрьянья доу, ниямья бхаратарша бха, папманам праджахи хиенам, Гьяна, вигьяна наша нам. Гьяна, гьяна вигьяна наша нам. Вот эти слова, обратите на них внимание. Гьяна – это знание о природе души. Вигьяна – это практическое а, осознание души, то есть когда человек уже испытывает наслаждение духовное, блаженство, осознав душу. Но даже гьяна, знание о душе, а, которое стимулирует человека на пути духовного прогресса, да, мотивирует человека. А, даже это знание разрушается вожделением. Гиана Вигиана наша нам уничтожает и Гиану и вегиану. Это перевод стиха. Поэтому, о лучший из барат, прежде всего подчинив себе чувства, вырви главный корень греха и порока, вожделения. Срази этого врага знания и духовного Совершенствование. Прежде всего, здесь Кришна призывает занять деятель, деятель, духовной деятельностью чувства. То есть он призывает прежде всего обратить внимание на чувства. Почему? Потому что на начальных этапах духовного развития человек очень ограничен в возможностях и способности занимать ум и разум. Но чувство деятельность. Которая направит его да, уже да, к дальнейшему духовному развитию. Это возможно. То есть поэтому прежде всего нужно занять себя деятельностью, то есть нужно научиться действовать для благоприятным образом для своего сознания Кришны. И также важны здесь, в этом стихе, важны призывы Кришны вырвать вырвать с корнем, да, вырвать этот главный корень греха и порог. То есть он призывает покончить с вожделением полностью, поскольку оно является врагом знания и духовного совершенствования Гиана и Вегиана. Шилопропада говорит здесь, Иначе говоря, научиться управлять своими чувствами можно на любом этапе жизни. Надо лишь понять необходимость этого и посвятить себя практике сознания Кришны или преданному служению Господу. Это очень важные слова, поскольку контроль чувств и вот эта борьба с вожделением традиционно начинается с пяти лет, ну с рождения у человека на самом деле. Период брахмачари он как раз направлен на то, чтобы научить человека контролировать чувства и Помочь ему созреть как личность, не испытав сексуального наслаждения. Да, то есть это своего рода наркотик, попробовав который человек не сможет от него отказаться, и да, то есть ему будет очень сложно от него отказаться. То есть, вот это вот этот очень важный момент не испытать практического опыта сексуальной жизни до того, до в период созревания, да, когда человек личность формируется, это до 25 лет. И у многих из нас этого не было, и мы в этом отношении можем считаться испорченными. Женщины влюблялись не один раз, некоторые, до замужества, а бывает и после замужества мужчины э, меняли партнеров и тоже э, ведут себя, вели себя и ведут себя по-разному. Все это результат отсутствия брахмачарии. И на грубом уровне происходит нарушение или на тонком. Это все является очень большой проблемой, большой проблемой для развития сознания Кришны. Поэтому очень важно учить этой культуре контроля чувств самого рождения, и мы это пропустили, поэтому мы испорчены в той или иной степени, в каждой, каждой по-своему. И здесь Шалабрупада говорит слова, которые должны нас очень вдохновить. Эти слова основаны на простой истине, простой истине о том, что процесс сознания Кришны, процесс Бхакти ни от чего не зависит и является самым могущественным процессом духовного самосознания и очищения, что даже вот эти отсутствие этих предварительных условий или напротив наличие негативных греховных самскар в действительности не помешает вот этой мощи сознания Кришны. То есть научиться управлять своими чувствами можно на любом этапе жизни, даже если мы всю жизнь были гедонистами, испорченными людьми, наслаждающими Чувство, если вдруг мы поймем необходимость этого и посвятим себя практике сознания Кришны, то преданному служению, то все получится. Благодаря сознанию Кришны можно достичь всего чего угодно. То есть можно вернуться домой назад к Богу, несмотря на то, что мы были грешниками до этого. Что ж говорить об этом предварительном условии, предварительном достижении до возвращения домой назад к Богу? Победа над вожделением. Это возможно. Так же, как по милости Кришны, возможно иметь все необходимое для духовной и материальной жизни Кришна. И бхакти, преданное служение Кришны, является источником всех благ. Так и вот это достижение, то есть если мы молимся о благополучии, о деньгах или о здоровье, в связи с этим разделом мы должны все понять, что лучше всего молиться о том, чтобы Кришна Помог нам победить вожделение. Лучше всего молиться об этом. Эта задача гораздо больше. Тот кто, тот, кто занят войной с вожделением и решителен в этом, Кришна, позаботится обо всем остальном сам. Да, безусловно. Я все время оговариваюсь. Это не означает, что не нужно выполнять своих обязанностей, и имитировать чей-то уровень, других уровень, на котором мы не находимся. Также эти слова Кришны означают, что в самом начале, как только мы начали культивировать сознание Кришны, не надо ждать, когда мы станем продвинутыми и начнем, и там, естественно, нам перехочется чего-нибудь. В самом начале, то есть Баладавидя Бушна говорит, что на самом восходе духовного знания, Адоу, Самое, сразу же нужно контролировать чувства. То есть сразу же, в самом начале. Адо, слово, указывает на это, что в самом начале нашего, как только мы взялись в сознание Кришны, нужно научиться контролировать, регулировать деятельность чувств, занимая и их деятельностью в сознании Кришны. Таким образом, чувства, которые были врагами, до этого становятся друзьями. Они помогают нам осознать Кришну если мы используем чувства в деятельности сознания Кришны, таким образом наши чувства помогают нам обрести сознание Кришны. То есть их надо сделать из врагов друзьями. Вот таким образом можно победить вожделение. Очень простой метод, но нужно следовать этому методу постоянно в течение долгого времени. Следующий текст, 42. -й. Индрия, -хур, индрия Манасасту йобудхе Органы чувств выше неодушевленной материи, ум выше чувств, разум выше ума. А над разумом стоит она душа. Здесь иерархия. Здесь говорится о том, что чувства. Выше, чем мертвая материя. Здесь имеется в виду тело. Тело состоит из пяти грубых материальных элементов, и чувство выше, чем тело. что когда тело физическое разрушается, мы вместе со своим умом и чувствами переносимся в другое тело. Там мы можем получить другие органы чувств для, для того, чтобы наши чувства функционировали. Но чувства остаются те же. Да, таким образом, чувство выше, чем тело. Нужно, то есть контролировать тело ⁇ это не вопрос. Да. Поскольку э, телом движут чувства в действительности. Тело не само по себе двигается. Телом движут чувства. Это не, то есть, попри... Тело следует за чувствами. Да. Поэтому чувство выше. Объекты чувств при этом выше, чем чувства, поскольку они имеют свойство привлекать чувства чувства привлекаются объектами чувств. А объекты чувств выше, чем чувства, чувства выше, чем тело, грубая материя. А ум выше, чем чувство. Ум является центром деятельности чувств. Шестое чувство, так называемое, или одиннадцатое чувство, если брать все десять чувств. Итак, Шиллапрападок говорит здесь, когда живое существо обретает высшее сознание или сознание Кришны, Вожделение больше не может использовать их чувства. На самом деле это относится к 43 стиху. Хотя это здесь, в 42 стихе. Да, то есть окончательная победа. Ну, уже можно вывести, так сказать, сделать вывод уже из этого стиха о победе над вожделением, как она происходит через посредством осознания духовной природы души, когда человек на этот уровень поднимается и наслаждается трансцендентным блаженством, то вожделение уже ничего не может ему сделать. Это уже конец для него. Для вожделения это конец. То есть достижение вершины духовного самосознания является уже концом для вожделения. Далее Шилапрапада говорит, поэтому если душа действует под непосредственным руководством Верховного Господа, то нижестоящие разум, ум и чувства естественным образом делают то же самое. Да, давайте, а вот этой иерархии. Ум выше чувств, разум выше ума. Но выше всего этого, трансцендентно ко всему этому, она, душа, атма. И отсюда уже вывод, что осознав духовную природу души, мы сможем победить вожделение. Это как бы прогноз, так сказать, прогноз на победу. Когда? Условия победы. Но до того, как эта победа произойдет, мы с вами должны обеспечить боевые действия с перевесом на нашу сторону. Это означает должным образом, подобающим образом занимать себя деятельностью в сознании Кришны. Если ум постоянно занят служением Господу, чувства лишаются возможности заниматься чем-либо другим. Здесь Шиллапрупада подчеркивает важность вовлечения ума именно в сознание Кришны. Потому что если ум занят деятельностью в сознании Кришны, Кришна и то чувство естественным образом последует за умом, поскольку ум выше. Так что, познав природу души, мы разрешим все проблемы. Это уже тоже к 43 стиху относится фактически. То есть, как все проблемы с вожделением разрешить познать природу души. Каждый человек должен с помощью разума осознать истинное положение души и всегда занимать ум деятельности в сознании Кришны. Это ключ к разрешению всех проблем. Если, используя разум, мы займем ум деятельностью в сознании Кришны и всецело предадимся Верховной Личности Бога, наш ум естественным образом духовно окрепнет. И тогда, несмотря на то, что чувства сильны и коварны, как змеи, они станут подобны змеям с вырванными ядовитыми зубами и не смогут причинить нам вреда. Хотя душа выше разума, ума и чувств, пока она не окрепла в общении с Кришной, в сознании Кришны. Живое существо всегда может оставить духовный путь, став жертвой необузданного ума. Вот это то, что я повторял с самого начала и на протяжении всего обсуждения, что хорошее положение в сознании Кришны, когда мы заняты должным образом, является очень хорошей предпосылкой для победы над вожделением, но не является еще победой. То есть пока человек еще не достиг совершенства в, духов, в духовном самосознании, он может пасть. Вот об этом Шилл Пропада говорит здесь. То есть нужно сохранять бдительность. Да. И здесь речь идет... А здесь Кришна этим стихом в действительности делает ссылку на учение, которое он уже изложил во второй главе. Помните Шлока? 2.59. Парам девять Атмара сопьясья парам триштва не вартате. Когда душа испытывает высший вкус, она отказывается от низшего, утрачивает интерес к низшему. Вот, то есть вот эта шлока связана, 42-я шлока 3 главы, связана с 59-й шлокой 2 -й. Здесь дается направление, как победить вожделение. Высший вкус является высший вкус и реальное осознание Кришны и своей природы в отношениях с Кришной является, в общем-то, вот этой победой. Вот так можно победить вожделение. Вот в этом, в этом и следующем стихе здесь Господь показывает то, что он уже говорил во второй что вожделение, оно может быть уничтожено полностью только посредством осознания атмы, расо, пьяся, парам, выше, когда человек наслаждается высшим вкусом по факту, на самом деле наслаждается. К этому можно прийти через деятельность сознания Кришны, через преданное служение. И чтобы не падать, нужно следовать ему. Пока мы следуем, пока мы заняты, мы в безопасности. Если мы начинаем играться с вожделением, то оно нас обыгрывает. То есть вся, вся весь трюк заключается в том, что с вожделением играть не нужно. С вожделением заигрывать не стоит. То есть не надо пытаться удовлетворять его, не надо идти на компромиссы с ним и так далее. Далее 43 текст заканчивает эту идею. Иван Будхе Парам Будва, Сам Стабья Атмана Джахи Шатру Махабаху, Камару О могучи руки Арджуна, осознав свое превосходство над материальными чувствами, умом и разумом, человек должен обуздать ум с помощью одухотворенного разума, погруженного в сознание Кришны и таким образом духовной силой побороть своего ненасытного врага, вожделения. Из комментария. При этом вовсе не обязательно прекращать всякую деятельность или внезапно отказываться от выполнения своих обязанностей. Постепенно развивая в себе сознание Кришны, мы поднимемся на духовный уровень и выйдем из-под власти материальных чувств и ума. Вот весь секрет вот этого баланса, удовлетворять чувства, не удовлетворять чувства, он разрешается вот этими словами, постепенно. То есть нет необходимости, даже не рекомендуется пытаться покончить со всей материальной жизнью разом, это невозможно. Но если мы развиваем в себе сознание Кришны, практикуя преданное служение, то даже не отказываясь от своих обязанностей, мы постепенно сможем духовно развиваться. И в конце концов придем вот к этому, Положению, когда э, в, с помощью духовного, само, э, духовного осознания э, будет уничтожено вожделение окончательно. Что происходит? Балада Евдебушна объясняет, что происходит после того, как вожделение уничтожено, а человек все еще живет в этом теле, дживан мукта, освобожденная личность. Он продолжает действовать но он действует, опирается на свой прошлый опыт действий, а не побуждаемые вожделением. То есть э, идея в том, что вожделение это движущая сила в материальном мире, она движет всеми. Люди делают все движимые вожделением. Они даже работают и учатся, работают, создают семьи, э, занимаются карьерой, получают образование, все это они делают движимые вожделением. Но когда у человека нет вожделения, а обязанности остались, то есть вожделения больше нет, а обязанности пока еще есть. Он действует, опираясь на свой прошлый опыт этих действий, но не на вожделение. Вот это интересный момент. То есть мы можем использовать опыт, полученный в материальной жизни, когда мы действовали, руководствуясь вожделением, но можем перестать руководствоваться вожделением, да, продолжая использовать этот опыт, то есть совершая определенные действия, выполняя определенные обязанности, уже без вожделения, которые раньше, в которых мы были заинтересованы раньше именно по этой причине, по причине вожделения. А, то есть это не так сложно, как звучит. То есть что вот этот принцип, принцип в том, что развиваясь в сознании Кришны, постепенно мы можем даже сохранить положение и свои предписанные обязанности, но в них больше уже не будет вожделения. То есть причиной наших действий будет больше не вожделение. Мы будем просто по инерции это делать, как делали раньше, но желание наслаждаться этим и интереса вообще к таким наслаждениям у нас уже не будет. За счет чего? За счет параметры, что они в артате. Как бы сложно все это не было, есть хорошая новость, все это упрощается. Да, Кришна он рассказывает детали, да, дает очень сложное детализированное знание, которое вдохновляет и проливает свет. На многое нам это все важно в разно, на разных этапах жизни. что-то более важно становится иногда. Но все в конечном итоге упрощается. то есть ответом на то, как победить вожделение является высший вкус, то есть нужно развивать высший вкус. Бхакти Раса нужно развивать вкус к преданному служению. И этот вкус, в общем-то, является решающим в этой борьбе. Еще слова Шилупрупады. Пока человек не достиг духовной зрелости, он склонен предаваться философским изысканиям или искусственно пытаться обуздать чувства. Вспомните, это то, о чем мы говорили. Фанатизм. Да? Пока человек не достиг духовной зрелости. Он склонен предаваться философским изысканиям, спекулировать. Это так или вот так, это должно быть эдак, или вот так. Или искусственно пытаться обуздать чувства с помощью так называемой йоги. Принцип йоги это просто подавление. Просто я терплю и все. Однако ничто из этого не поможет ему духу, его духовному развитию. Необходимо, используя высший разум, развить в себе сознание Кришны. Вот ответ: используя высший разум, развить в себе сознание Кришны. Заслужить себе право жить без вожделения. Нужно служить Кришне. Еще есть один вопрос. Что делать молодой Матаджи, которая не может обрести, не может, в общем, замуж выйти. Как ей бороться с вожделением? Я немножко смущен. Вопросом, ну, в том смысле, что я, я не знаю, могу ли я отвечать на это? А, Какими-то в терминах вот именно культуры, что делать на практике? Вот как найти мужа. Я не знаю, что сказать здесь. Это очень-очень сложно. Кто-то должен помочь, а, возможно, или нужно самой стараться. Я не могу здесь дать наставлений, как найти мужа быстрее. Но что делать, пока мужа нет, да. как бороться с вожделением? Здесь ответ универсальный для всех нас, и он звучал, в общем-то, в нашем обсуждении. Нужно занять чувство преданным служением Кришне, нужно обезопасить себя, заняв себя преданным служением. И когда я это говорю, я-то, конечно, подразумеваю, что эта мата же молодая также будет следовать этикету и не общаться с мужчинами вот так вот свободно, не позволять себе общаться с шутками, с флиртом и позволять ненужное развитие отношений. Это может показаться противоречием что вот надо выйти замуж, а при этом нельзя общаться с мужчинами. Но на самом деле это не противоречие. Это как раз поможет. Ӧм, поможет э, создаст доверие. То есть это хорошее резюме для невесты, которая обходится без общения с мужчинами, хотя хочет замуж. Замуж хочет, но с мужчинами общаться не хочет. Вот это самый лучший имидж для <sino> <mujer> невесты. Ну и как бороться? Я уже сказал, да, все наше обсуждение. Нужно занять де себя деятельностью в сознании Кришны, исследовать этикету. Харе Кришна. Здесь я остановлюсь. Гранд Гарад Шримат Бхагавадгитаки джай, Шила Правопадаки джай.